Фаина Раневская. Одиночество – это когда в доме есть телефон, а звонит будильник. Известно, что Раневская позволяла себе крепкие выражения, и когда ей сделали замечание, что в литературном русском языке нет слова «жопа», она ответила: «Странно, слова нет, а жопа есть». Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить. Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одиноким. Одной даме Раневская сказала, что та по-прежнему молода и прекрасно выглядит. «Я не могу ответить вам таким же комплиментом», – дерзко ответила та. «А вы бы, как и я, соврали», – посоветовала Фаина Георгиевна. Если человек тебе сделал зло, ты дай ему конфетку, он тебе зло, ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет. Настоящий мужчина – это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, это ее муж. Раневская приглашает в гости и предупреждает, что звонок не работает. Как придете, стучите ногами. Почему ногами, Фаина Георгиевна? Но вы же не с пустыми руками собираетесь приходить. Все сбудется, стоит только расхотеть. Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет. Многие жалуются на свою внешность, и никто на мозги. Вы знаете, милочка, что такое говно. Так оно по сравнению с моей жизнью, повидло. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение. Оправившись от инфаркта, Раневская заключила: если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Объясняя кому-то, почему презерватив белого цвета, Раневская говорила: «Потому что белый цвет полнит». Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим, требует капризная молодая актриса. Все будет настоящим, успокаивает ее Раневская. Все, и жемчуг в первом действии, и яд в последнем. Раневская стояла в своей грим-уборной совершенно голая. И курила. Вдруг к ней без стука вошел директор-распорядитель театра имени Моссовета Валентин Школьников. И ошарашенно замер. Фаина Георгиевна спокойно спросила: «Вас не шокирует, что я курю?» Приятельница сообщает Раневской: «Я вчера была в гостях у Н. и пела для них 2 часа». Фаина Георгиевна прерывает ее возгласом: «Так им и надо. Я их тоже терпеть не могу».
Однажды Раневская поскользнулась на улице и упала. Навстречу ей шел какой-то незнакомый мужчина. «Поднимите меня», – попросила Раневская. «Народные артистки на дороге не валяются». Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. Главное живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить. У Раневской спросили, что для нее самое трудное. «О, самое трудное я делаю до завтрака», — сообщила она. «И что же это?» «Встаю с постели». Поклонников миллион, а в аптеку сходить некому. Сказка это, когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А были это, когда наоборот. Сказка это, когда выходишь замуж за чудовище, а он оказывается принцем. А были это, когда наоборот. Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи. Раневскую спросили, какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности, брюнетки или блондинки? Не задумываясь, она ответила, седые. Даже под самым пафосным павлиньим хвостом всегда находится обыкновенная куриная жопа. Очень тяжело быть гением среди козявок. Люди сами себе устраивают проблемы. Никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли. Я себя чувствую, но плохо. Раневская со всеми своими домашними и огромным багажом приезжает на вокзал. Жалко, что мы не захватили пианино, говорит Фаина Георгиевна. Неостроумно, замечает кто-то из сопровождавших. Действительно неостроумно, вздыхает Раневская. Дело в том, что на пианино я оставила все билеты. Каждый волен распоряжаться своей жопой, как ему хочется. Поэтому я свою поднимаю и работаю, не покладая жопы. Что такое облысение? Это медленное, но прогрессивное превращение головы в жопу. Сначала по форме, а потом и по содержанию. Женщины умирают позже мужчин, потому что вечно опаздывают. Сударыни, не могли бы вы разменять мне $100? Увы. Но благодарю за комплимент. Я как яйца участвую, но не вхожу. Друзья, если вам нравится наша работа, не пожалейте поставить лайк и подпишитесь на канал. Всем спасибо!